Каблук-шпилька – изящная обувь для настоящих леди. Это прекрасный вариант для вечерних образов. Но и в повседневных аутфитах такую форму использовать можно. Поверьте, она придаст вам женственности и элегантности. А как правильно носить, я расскажу. История возникновения начинается в середине 20 века. Французский дизайнер Роже Вивье представил революционное новшество в мире обуви. Узкий и высокий каблук-шпилька сразу пленил модниц. Шпильку можно носить в различных сочетаниях. Она отлично подходит для вечерних выходов, офисных деловых встреч и особых мероприятий. Я рекомендую сочетать ее с платьями, юбками, брюками и даже джинсами. Так вы создадите изящный и изысканный образ. Такой каблук – важная часть коллекции многих известных дизайнеров. Например, популярный модный дом представляет модели ярких цветов. Другие известные модельеры создают роскошные образы с вечерними нарядами. Первый образ с каблуком-шпилькой прекрасно подойдет для светского мероприятия. Бельевой стиль сейчас находится на пике своей актуальности. Дополните образ утонченным ободком, жемчугом и завершите его миниатюрным клатчем. В таком наряде вы будете выглядеть неотразимо и точно покорите окружающих. Во втором варианте мы использовали контраст. Соединили каблук, шпильку из женственного стиля с брюками и топом из спортивного. Тем самым создали нетривиальный образ, в котором вы можете отправиться на выставку и посоперничать с экспозицией за внимание. Важно избегать неудобных моделей или неправильного размера. Поверьте, сиять сложно, если каждый шаг доставляет дискомфорт. Также следует быть аккуратной при ходьбе, чтобы избежать потенциальных травм или падений. Каблук-шпилька – атрибут утонченности и женственности. Он завоевал сердца многих модниц по всему миру. Такая обувь представлена в коллекциях известных дизайнеров. Она придает изысканности любому образу. Однако не забывайте уделять внимание удобству колодки, чтобы оставаться грациозными и не утратить изящности.